Смотрите, сегодня тема довольно простая. Я попытался в нее напихать как можно больше, но у меня, естественно, не получилось напихать как можно больше, поэтому будет как можно обычно. Значит, тема у нас межпроцессное взаимодействие. Пункт второй. В прошлый раз мы говорили про сигналы. Сигналы оказались таким понятием не то чтобы непростым, но ключевым в случае Linux-системы. Вот. Я, наверное, забыл только сказать, что передача сигналов – это довольно, наверное, сказал все-таки, довольно старая договоренность со времен еще раннего Unix. И, например, существует несколько всяких легаси на этот счет. Например, тот самый сигнал Hang-up, который я вам показывал, который происходит от обрыва терминальной линии, по традиции применяется для того, чтобы перезагружать работающий процесс. То есть, если вы делаете обработчик сигнала Hang-up, то, скорее всего, при получении сигнала Hang-up он перезапустится, прочитает там какие-нибудь конфиги, вот это все. Это сделано по той самой причине, что мы с вами как бы воспроизводим поведение процесс, который как раз сидит на терминальной линии, который, значит, может, после того, как кто-то трубку положил, надо его перезапустить. Ну, вот такая история. Вот. Значит, но сегодня у нас... Короче говоря, сегодня у нас еще тема. Значит, тема сегодняшняя – это, во-первых, так называемые сообщения, вот, messages, и, во-вторых, разделяемая память. И сообщение, и разделяемая память в случае стандартного POSIX интерфейса работают почти как файлы. В том смысле, что мы создаем какой-то специальный объект, связанный с вот этими вещами, но почти как что я сказал? Почти как файлы? Да, почти как файлы. Но потом можно с ними общаться немножко похоже, то есть использовать разные файлы и операции. Вот. Давайте, как бы, я буду подглядывать в какой-нибудь код, вот, по ходу, чтобы не облажаться. Вот. Значит, что касается сообщений. Для того, чтобы начать передавать сообщения. Значит, что такое сообщение? Сообщение, давайте посмотрим сразу на читалку сообщений, да? Вот. Сообщение – это такая, в отличие от сигнала, который, как мы помним, доставляется немедленно и системой, и состоит только из своего номера, то есть такое однобайтовое сообщение. Сообщение, вообще говоря, произвольного размера бывает. То есть мы можем его... Это просто некий набор байтов произвольного размера, ну, там, в некоторых пределах, видимо, вот... который передается тоже системой от процесса к процессу при помощи специального объекта, который представляет собой очередь этих самых сообщений. Значит, помимо того, что сообщение произвольного размера, оно еще и бывает произвольного приоритета, и очередь это вот приоритетная. То есть, когда... Вот смотрите, когда у нас приходит сообщение, у него есть заголовок вот такой. Значит, нет, это не заголовок, не сообщение, это, извините, заголовок самого. Это, извините, это заголовок самого этого. Самого объекта, самой очереди. Вот. Вот такая... ну, понятно, да. Значит, так вот... зря я вышел. Так вот, когда у нас приходит сообщение,
произвольного размера, его для нас хранит память система. Вот, и мы, читая сообщение из какой-то очереди, получаем некоторый кусочек памяти, вот, с помощью процедуры receive. Вот. Ну и, собственно, оно там содержится, оно нами будет прочитано, как только мы вызовем функцию receive. А поскольку размер нам условно произвольный, размер максимальный не знаю, вот, возможно, он есть, надо читать документацию, передача сообщений – это гораздо более такой гибкий механизм, чем передача просто каких-то байтиков в виде сигналов. Вот. Тем более, что сообщение приоритетное. Что значит, что сообщение приоритетное? Это значит, что мы можем носовать вот в эту очередь сообщений их несколько штук, каждое сообщение снабдить приоритетом, и операция receive будет вынимать из этой очереди сообщений самое первое среди самых приоритетных. То есть, если у нас будет несколько сообщений с разными приоритетами, будет выбрано то из них, которое бы послано раньше всех и имело при этом... Нет, то, которое имело наивысший приоритет, и при этом из наивысших приоритетов было послано раньше всех. Вот. Для того, чтобы создать в системе объект, который будет, собственно, работать очередью сообщений, нужно вызвать системный вызов, ну, точнее, не системный вызов, а оболочку на системный вызов, как обычно, которая называется MQ Open. Вот она. Вот давайте почитаем по ней документацию. Значит, что такое MQ Open? Ну, мы ему передаем, если мы хотим создать эту самую очередь сообщений, мы передаем ему 4, что ли, параметра, да, 4 параметра. Это, собственно, имя. Это имя, оно, в общем, довольно фиктивное. То есть, нигде в реальности, за исключением одного места, про которое я сейчас расскажу, нигде в реальности это самое сообщение не... Это имя не отражается. И его нужно знать другим программам, которые будут писать в эту очередь сообщений и читать оттуда сообщения. Значит, первый параметр – это имя. Второй параметр – это флаги. Вот, для того, чтобы создать очередь, ее нужно создать. Ее нужно создать на чтение и запись одновременно. Вот. И ей нужно передать флаг OExclusive. Я не знаю, что он значит. Можно почитать, кстати. OExclusive. Ага, OExclusive означает, что мы, когда хотим создать очередь сообщений, ну или файл, кстати, тоже можно открывать с таким флагом, а файл уже есть, то вся операция сваливается с ошибкой. Вот. Значит, третий параметр – это режим, про который открывается, вот, а четвертый параметр – это всякие параметры, атрибуты, в которые мы залезать сегодня не будем, иначе просто не успеем. Какие-то дополнительные параметры нашей очереди сообщений. Вот. Что касается прав, то эта очередь должна быть readable для пользователя и writable для пользователя. Вот. И этого вполне достаточно. Вот такая простейшая программа создает нам очередь из 10 сообщений максимум, в котором размер сообщения не больше. Нет. Смотрите, я вам соврал. Для этого надо было attr вот здесь передать. По-моему, так. Давайте посмотрим. Да. Если я тут передам null, как это было только что, то он создаст сообщение, очередь из непонятного числа сообщений с непонятным размером, ну, точнее, каким-то дефолтным. Но я этого не хочу. Я хочу задать их руками. Вот. Давайте посмотрим, заработает это. Вот. Обратите также внимание, что для работы с межпроцессным взаимодействием данного
типа, то есть POSIX сообщение, POSIX разделяемая память и так далее, требуется специальная библиотека, которая называется libRT. Вот, и с ней надо компилировать вашу программу, чтобы получилось вот такое. Вот. Ну, в общем, вот. Значит, таким образом, чтобы создать сообщение, надо вызвать вот этот системный вызов. Что там у нас было в нем? Первый параметр имя, значит, да? Ну, выглядит это примерно так. Как мы ее назовем? Ну, memory queen. Q-E-U-E. Вот. Значит, поскольку я намеренно убрал все проверки всех возвращаемых значений, да, эта программа ведь совсем короткая, в действительности настоящая программа на C будет обмазана проверками возвращаемых значений, ошибкой и так далее, количество параметров, все такое. Непонятно, по факту я вот вызвал этот самый свой CRTMQ, ну, создать очередь сообщений, непонятно, создалась она или нет. Но, слава богу, в Linux поверх стандарта, о котором мы сейчас разговариваем, поверх стандарта POSIX, есть специальная файловая система, которая называется, это виртуальная файловая система, вспоминаем начало этого модуля, то есть нечто, что можно смонтировать с помощью маунта, и что в виде файлов показывает на самом деле какое-то состояние системы. В данном случае в виде файлов нам будет показано... О! Давайте только посмотрим, кому оно принадлежит. Вот. В виде файлов будет показано все очереди сообщений, которые в данный момент присутствуют в системе. Вот они там отражены. Вот это самый слэш MQEUE большими буквами, я, собственно, его создал. Если мы в него посмотрим, в этот файл, мы увидим его статистику. Размер очереди, количество нотификаций, значит, каким сигналом нотификация производит и какой процесс нужно уведомлять сигналом о том, что сообщение доставлено. Никакие ноль. Давайте посмотрим, как послать сообщение. Ну, send, наверное, да? Вот. Значит, послать сообщение очень просто. Надо открыть очередь на запись. Вот. И послать... собственно, сообщение с помощью вызова mqsend, у которого 4 параметра. 4 параметра, что это значит? Это, собственно, само сообщение. Нет, это очередь, в которую надо посылать. Это строчка с сообщением. Ну, чар-звездочка, значит, последовательность байтов. Она совершенно не обязательно быть строчкой, на самом деле. Вот. Это длина этого сообщения и приоритет. Значит, зачем нужна длина? Длина нужна, чтобы передавать, например, байты, не являющиеся строками. Да? Вот мы говорим, вот из этого места в памяти, пожалуйста, передай сообщение. Ну, и до какого? Ну, вот, значит, вот этой длины, да. В данном случае мы передаем строку, и нам очень удобно. Мы знаем, что длина – это стрлен, но это совершенно не обязательно, да. Если мы обменимся какими-то бинарными сообщениями, то... Вот. Значит, приоритет, напоминаю, это некое число, которое чем выше, тем этот приоритет выше. Ну, давайте для начала просто что-то тут пошлем. Вот давайте мы ее скомпилируем. Вот. Что там у нас было? Давайте посмотрим. Первый параметр – имя очереди. Второй параметр – приоритет. Третий параметр – строчка. Вот. Имя очереди, приоритет, строчка. Окей. Имя очереди у нас было /mq. Приоритет, ну, скажем, пятый. И строчка, ну... Какая-нибудь. Какому? Кукареку. Послали. Что нам говорит вот эта штука? Смотрите, она говорит, что у нас в очереди 5 байтов каких-то. Вот.
Ну, а нотификация у нас не настроена. Про нотификацию скажу чуть позже. Пробовать мы ее не будем. Вот, давайте теперь прочтем это сообщение оттуда. Выглядит программка, которая читает сообщение, выглядит примерно так. Так, это вот лишнее. А, нет, не лишнее. Значит, смотрите. Мы открываем очередь. Мы должны понять, сколько у нас байтов там в этой сообщеньке. Вот. Дальше, что мы этого делаем? Мы для этого смотрим параметры нашей очереди. И, собственно, нам единственное, что нужно, это параметр msg-size. Это размер последнего того сообщения, которое лежит на вершине очереди. Сейчас там ровно одно сообщение, мы его должны прочесть. Дальше с помощью mq-receive из дескриптора, из очереди, в данный буфер мы вот столько байтиков получаем, а в приоритет к нам приезжает собственно, приоритет, с которым это сообщение передавалось. Вот. Ну вот, давайте попробуем. Значит, вот, пожалуйста, значит, с приоритетом 5 нам было передано 5 байт в каком-то сообщении. Ну и правда, вот оно, 5 байтов, приоритет 5. Давайте мы ради интереса модифицируем эту программочку, чтобы нам это сообщение печаталось. Только вот, чем бы это такое напечатать? Сейчас скажу, нам нужно напечатать не больше, чем n байтов строки. Вот. Есть ли у нас такая функция? У нас есть функция strnndap, счастье. Мы сейчас создадим строку, которая не больше, чем n байтов, и ее просто напечатаем тупо. Смотрите, почему я делаю именно так? В принципе, не факт, что это сообщение является строкой. Мы должны не выходить за пределы размера сообщения. Если там нету в конце нуля, нулевого байта, то попытка просто принф этой штуки может привести к ерунде. Поэтому мы давайте сделаем здесь char звездочка s. Вот. Значит, strndap, у него параметры какие? Откуда сколько? Откуда это у нас буф? Сколько это у нас msg-size? Вот. Ну и теперь можно смело это печатать. Print процент s backslash n. Это был n. Буф. Только не буф, а s. Ой. Вот. S. Ну, чисто теоретически его надо пофрить. Давайте пофрим его. Чего тебе не нравится? Фриз. Ну, конечно. Фриз. А, implicit declaration. Так, посмотрим, в каком хедере он живет. Это strndup. Стрингаж. Окей. Так. Ну, так-то должно заработать. О, отлично. Давайте еще раз пошлем какую-нибудь сообщеньку. Ну, допустим, кукареку 5. Теперь с приоритетом, скажем, 10. Кукареку 10. Теперь с приоритетом, скажем, снова 5. Кукареку 5.1. И теперь с приоритетом 7. Кукареку 7. Напоминаю, что у нас там очередь на 10 сообщений.
из которых, и каждый из них длиной там что-то по 2 килобайта, так что уж чего-чего, вот такого нам хватит. Кстати, давайте посмотрим, что теперь у нас содержится в этой штуке. Смотрите, 26 символов в очереди, да? 5, 10, 5 и 7. Я бы сказал 27. А, нет, что я несу, это же вот тут вот. Да, вот в сумме 27 символов. Ну хорошо, давайте теперь читать. Первым делом мы получили самое приоритетное сообщение, которое с приоритетом 10. Теперь мы должны получить два сообщения с приоритетом 5. А нет, с приоритетом 7 должны получить сообщение. Вот. Ну и теперь я вангую, что мы получим два сообщения с приоритетом 5. Сначала первое, а потом, как подсказывает нам капитан очевидность, второе. Вот, собственно, и все. Тыдыщ. Обратите внимание, что при попытке получить очередное сообщение из этой очереди, мой ресив завис, потому что там пусто. Там пусто. Ну, давайте удовлетворим его нужды, ресиву этому, и пошлем ему еще что-нибудь. Не захотел. Наверное, 100-500 слишком много. А, нет, пришло. Хм. Ну, в общем, вот. Эта очередь там будет болтаться навечно. Пока мы ее не удалим руками. Вот. Сами мы его удалить, естественно, не можем оттуда, потому что это... Хотя нет, можем, смотрите, он РВТ. Чисто теоретически я могу прям пальцами удалить оттуда этот самый МК. Вот. Но можно сделать системный вызов специальный, который... Значит, это... Что это такое? Это такой специальный интерфейс Linux, позволяющий нам файл прямо файловыми операциями работать. Ну-ка, кстати, я не пробовал. Давайте посмотрим. Ху-ху! Работает. Смотрите-ка. Но, в принципе, есть... Есть и системный вызов, который выглядит совершенно примитивно. Вот. Вот он так вот выглядит, mq-unlink, который позволяет удалить это самое сообщение. Напоминаю, что наличие каталога devmq – это специфика Linux, в которой в явном виде, в виде файловых объектов, представляются, в общем, данные о... А, кстати, могу я сейчас что-нибудь послать? А, ну проверить я не могу, да? А, вот, смотрите. Не могу ничего принять, потому что очередь я удалил руками. Вот, теперь там очередь выглядит по-другому. Она называется MQ1.2. Вот, в нее я могу послать. 1.2. Из нее я могу прочитать. Да, ну и наконец я хотел вот, я хотел unlinked ее не читерским способом через линуксовый интерфейс, а по-человечески через ядерный вызов. Ну вот, сейчас я его заunlinkаю. Ну, собственно, вот. Да. Значит, один способ сделать это ручками, он такой немножко, ну, читерский, потому что это специальная файловая система, которая делает вид, что это файл. А вот этот вот способ правильный. Значит, чтобы закончить с сообщениями, а то мы уже полчаса ими занимаемся, скажу вот что. Что на самом деле, помимо... Сейчас скажу. Вот, помимо... Нет, нам нужен вот этот.
просто передача сообщений, мы еще можем подписаться на получение сигнала, когда сообщение будет доступно. Помните, что нам делал ресив МКУ, когда сообщение не было в очереди? Он висел. Он висел в синхронном режиме и ждал, пока сообщение придет. А мы можем сделать что? Мы можем взять и сказать: дорогая операционная система, пришли мне, пожалуйста, вот этот сигнал, ну там более хитрый, там struct segment, но неважно, сигнал. Можно почитать про segment. Когда в этой очереди появится сообщение. И продолжать работать, а обработчик сообщений повесить в обработчик сигнала. Ну или, по крайней мере, так, в обработчике сигнала сказать: о, я сообщение получила, и дальше, например, в основном цикле обработать. Неважно. Важно то, что мы можем сообщение обрабатывать асинхронно с помощью сигнала. Мы можем сказать: система, а расскажи мне про то, что сообщение пришло с помощью сигнала, и когда сообщение придет, мы внезапно оп, и начнем его обрабатывать. Вот этого я показывать не буду, но идея, в общем, понятна. Вот. Что там у нас в SIG-Event? SIG-Event – это такая структурка, в которой, собственно, вон она. Что-то описывается, каким образом нас уведомляют. Не буду даже про это показывать, это чтение текстов на Си. В общем, вот. Значит, помимо того, что сообщение можно получать синхронным путем, то есть ожидая, пока не появится в очереди, или проверяя, что очередь пустая, потому что мы можем, смотрите, мы можем вот здесь вот. Мы можем вот здесь вот проверить в мзгаторах, что вообще очередь, что в ней что-то есть, да? Потому что когда в ней ничего нету, она выглядит, ну сейчас там нету, ну короче, когда в ней ничего нету, там у 0 байт. Вот. Соответственно, вот. Можем делать это с помощью полинга нашей очереди, а можем делать это с помощью интерапта, точнее не интерапта, в данном случае, а получения сигналов. Прямая аналогия с железом, помните? Полинг и интерапт, значит, опрос и получение сигнала. Такие дела. Вот. Значит, если нам хватит сегодня времени, можем попробовать написать такую программку. Если нет, напишем ее на практике. Значит, это что касается сообщений. Какие у этого интерфейса недостатки на самом деле? На самом деле недостаток один. Это достаточно произвольное пространство имен, то есть никакой дисциплины по поводу того, как должны называться мои вот эти объекты очереди, как должны называться очереди передачи сообщений, нету вообще. Ну, с другой стороны, конечно, может быть, это и хорошо, в том смысле, что мы можем эти очереди, ну, написать какой-то более верхнеуровневый интерфейс с раздачей очередей со всеми делами. Вот. Но вот, тем не менее, это недостаток. Так неудобно общаться. Хотелось бы, конечно, в особенности неудобно общаться вот когда. Когда мы хотим узнать, а какие, собственно, очереди есть по приему сообщений, в которую мы хотим писать. Если мы вот этим механизмом пользуемся для того, чтобы, допустим, организовывать какое-то сложное межпроцессное взаимодействие, то у нас должен быть механизм, ну, скажем так, просмотра пространства иерархии имен всех вот этих сообщений и, скажем так, использование тех из них, которые мы ну, считаем нужными. Ну, допустим, ну, не знаю, там, вот какая-нибудь системная служба по, ну не знаю, там, опросу аппаратуры, мы втыкаем мышку, да, и в какую-то там очередь приходит какое-то там сообщение, формат которого гласит о том, что у нас, значит, новая мышь воткнута в компьютер. В какое такое сообщение? Очередь в какую? Непонятно. И второй недостаток, я только что его озвучил неявно,
это отсутствие формата. У нас сообщение – это просто последовательность байтов. Сколько-то кусков памяти. Если мы хотим построить какой-то сложный интерфейс, наверное, было бы клево, если бы эти сообщения были типизированы. То есть мы не вот то самое сообщение о подключаемой мышке, мы знаем, где найти, потому что у нас есть договоренность о пространстве имен, и б само это сообщение строго описано, то есть там это на самом деле какая-то структурка, в которой есть поля, значит, еще что-то. Но нет, ничего такого нет. Инструмент сообщений в случае вот этого варианта реализации очень низкоуровневый. Вот. Зато с помощью него все, что угодно, можно сделать. Вот. Еще несколько неудобно использовать сигналы для оповещения, но это совершенно отдельная тема. Просто их очень мало, сигналов, да. И вот. Ну, в принципе, нам одного достаточно, да, если мы говорим, вот, пожалуйста, если в той очереди что-то произойдет, пришли мне сигнал, он мне пришлет, мы по структурке вот этой сегмент увидим, какое именно сообщение, какая именно очередь сгенерировала сообщение и послал нам сигнал, и все. Такие дела. Прежде чем перейти к разделяемой памяти, расскажу про одну довольно смешную штуку, которая является, ну, скажем так, альтернативой чтению из потокового файла. Помните лекцию, где мы говорили про виртуальную память, про, в частности, про своп? Причем мы говорили про разделяемую память, но это как раз чуть позже. Про своп мы говорили. Мы говорили про своп в том смысле, что вот если у нас слишком много зажрато памяти в оперативной памяти, то часть этой памяти может быть операционной системой выгружена на специальное место на диске, которое называется область подкачки или своп. Вот. То есть какие-то страницы, как бы программа есть, она как бы имеет доступ ко всей памяти, но часть этой памяти в оперативке не находится, а выгружена на диск. И когда мы пойдем на соответствующую страницу, нам PLT, которая... Забыл, как она называется. Location Table. Ну, короче говоря, инструмент организации виртуальной памяти скажет, знаешь, ты пошел по адресу, для которого у тебя, вообще говоря, маппинга на настоящую память нету, но ты не волнуйся, потому что на самом деле у тебя такая память была, мы ее просто отгрузили в своп. Сейчас мы подгрузим обратно, и все у тебя через буквально доли секунды заработает. Так вот, мы говорили, когда говорили про этот механизм, что вообще говоря, если вы используете, например, файл на диске в качестве загружаемого в память, типичный пример – это бинарник. Там вот вы запустили бинарник. Этот бинарник отгружать в своп вообще не надо, потому что он и так уже есть на диске. Он мало того, что уже и так есть на диске. У нас в большинстве операционных систем область кода защищена от записи. Мы туда записать ничего не можем. Все, что у нас защищено от записи, абсолютно эквивалентно, идентично тому, откуда мы это загрузили с диска. И поэтому никакого свапа нету, а есть просто однозначное соответствие области памяти и области на диске. Вот это однозначное соответствие области памяти и области на диске называется memory mapping. И оно довольно неплохо походит на то, что у нас было во втором модуле, когда мы говорили про memory mapped input-output. Но в случае memory mapped input-output мы говорили про то, что различные устройства организуют свою память и какие-то свои регистры отображенными на обычную оперативную память в какие-то там адреса. Вот. А в случае memory mapped input-output та же самая фигня творится с обычными файлами на диске. У нас файлы на диске отображаются просто как кусок памяти, по которому можно ходить туда-сюда. Вот. Абсолютно прямого доступа такая операция. Понятное дело, что эта операция прямого доступа в действительности будет транслироваться операционной системой в подгрузку соответствующих кусочков из файла. Но это будет потом.
Вот. Понятно, что если файл у вас огромный, и вы по нему прыгаете туда-сюда, то потом какие-то куски будут выгружены обратно. Ну, точнее, что значит выгружены? Файл у вас лежит на диске, вы просто позабудете соответствие между страницами файла и страницами в памяти. Вот. И до какой-то степени эта операция довольно удобная по сравнению с потоковым чтением, потому что для пользователя она выглядит не как обработка потока файла, а как работа с большим-большим куском памяти, в который внезапно поместился весь файл. Да, напоминаю, что он туда не обязан помещаться, мы можем часть страниц подгружать, а часть страниц выкидывать. Выглядит это все вот так. У нас есть прекрасный системный вызов mmap. Вот. У которого есть несколько параметров, в частности, то место в памяти, куда мы хотим, чтобы отображение происходило, по умолчанию мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы система нам сама придумала, в какое место в памяти она это отобразит. Кстати, надо будет тут написать. Давайте напишем. А, нет, давай сначала, а потом поправим. Да? Значит, следующий параметр – это размер. Следующий параметр – это как именно эту память мы защищаем. Вот, в данном случае protread. Это сейчас посмотрим, что означает. Но я думаю, что она... На чтение, но не на запись. Да. Это значит, что страницы памяти, которые мы замапили, можно только читать. Помним, что это довольно важная штука. Если мы их одновременно и на чтение, и на запись объявляем, то понятное дело, что модификация памяти и модификация файла должны как-то друг другу соответствовать. Вот. Насколько они будут соответствовать, неизвестно. Но дело такое. Вот. Значит... Map private – это кто имеет доступ к этой замапленной памяти, как я понимаю. Давайте посмотрим. Которая состоит в том, что мы... создаем некий дубль нашего файла, и если мы туда не писали, то никто не знает, что мы его замапили. Вот. Да, а еще мы его, кажется, не портим. Вот это интересно. Unnot carried through the underlying frame. То есть, когда мы записываем в память, она не меняет, файл не меняется. Ну ладно. Тут надо почитать по определённее. Да, ну вот судя по тому, что я вижу, если мы делаем приватную mmap, то мы что хотим, то и делаем с этим файлом, он все равно никуда не отображается. Кажется так. Все хуже. Мы не можем сделать, что мы хотим, мы таким образом обещаем ничего с ним не делать. А если мы что-то сделали, то результат unspecified, да? То есть, когда мы мапим файл в приватном режиме, мы обещаем его не трогать. Вот. Ну и ладно. Обещаем и обещаем. Значит, прежде чем пойти дальше, обращу ваше внимание на функцию fstat. Помните, мы с вами в домашках постоянно определяли файл путем его открытия, перемотки на конец, размер файла. Определяли размер файла путем его открытия, перемотки на конец и вызов функции ftel. На самом деле, я просто не успел рассказать это на лекциях, есть более правильные группы функций, которые называются stat, ну, разные всякие stat, вот, которые лезет, собственно, в дескриптор файла, в его индексный дескриптор. Вот, и в этом индексном дескрипторе вынимает из него всякую информацию, не только длину, но и много чего другое. Вот. Вот тут, пожалуйста, как выглядит struct stat, который вам возвращает значение. Тут есть и права доступа, и количество ссылок, помните, количество жестких ссылок на файл, и кто его хозяин, бла-бла-бла, размер. Ну, в общем, все, что нужно. Вот. И мы из этого места берем именно размер. Вот. Потому что, когда мы делаем mmap, мы должны указать
какого размера будет тот воображаемый кусок памяти. Напоминаю, что это кусок именно воображаемый, то есть это несуществующая оперативная память. Или, вернее, не так. Поскольку мы работаем в виртуальном пространстве, для нас эта память не мапится в какую-то отдельную оперативку. Да? Это, собственно, содержимое файла. Вот. Ну, собственно, вот. Значит, вот это открытый файл, который мапится в память, а вот это какие-то параметры, которые передаются по умолчанию. Сейчас давайте посмотрим. Чё? Ой. А, не сюда, mmap. Да что ж такое? Офсет. А, это начиная с какого места, да? Это смещение относительно начала файла, начиная с которого мы его мапим последовательно в память. Вот. Ну, вот, вот он с нуля. Значит, что делает эта программа в результате? Она открывает файл, определяет его размер, ну, точнее, всю статистику. Мы мапим его в файл, в блок размером, связанный с этим файлом, а потом просто выводит на стандартный вывод его содержимое. Это такой cat. Только cat, который читает не по символьно, не по блочно, а работает с файлом целиком. Мне кажется, что даже в ситуации, когда он в память не помещается, операционная система может, ну, в вашу память оперативно, сколько вам разрешено максимум выделять, операционная система может как раз заняться подгрузкой и выгрузкой, и все будет работать. Вот. Но в любом случае, вот такая вот картина. Давайте его скомпилируем. Вот. Обращаем ваше внимание, что, скорее всего, бинарнику cat.mm не понадобится libRT. Да, не понадобится. Да, видите, вот, допустим, всем другим файлам вот, libRT был нужен. А memory-map libRT не нужен. То, что оно тут, тем не менее, вызвалось, это просто следствие простого makefile, который я написал. Сейчас я вам прям покажу вас. Не сейчас, в конце лекции его покажу. Вот. Значит, ну, собственно, вот. Давайте теперь посмотрим, как оно работает. А, нет, я его прямо сейчас покажу, этот makefile, потому что он пример. cat.mm, допустим, makefile. Вот этот makefile, который все программы мои сегодняшние делают. Тут, кстати, был тест, тест на этот самый, на Q, на очереди приоритетные. Можно, кстати, его посмотреть, если хотите. Но мы все это сделали руками, я просто не стал его запускать. Вот, значит, так вот, это вот абсолютно идентично программе cat makefile. Вот. То есть открыла файл, замапила его и сделала один write полного размера этого файла с, значит, из как бы памяти, точнее из memory mapped куска на стандартный вывод. Вот, такие дела. Чего мне не хватает, это возможность задавать вопросы. Надо об этом подумать. Потому что можно, конечно, использовать какой-то чатик. Этот самый ютубный чатик, это совершенно нереально использовать для таких случаев. Ну ладно, значит, можно использовать какой-нибудь чатик. Не знаю, подумай. Можно использовать какой-нибудь чатик прямо тут. А, ну это только для тех, у которых есть аккаунт. Ладно, значит, memory map. В принципе, если почитать map документацию, мы можем увидеть, что помимо приватного memory mapping бывает еще и shared. То есть это такой memory mapping, который можно расшарить с другими процессами. Значит, напоминаю, что подобного рода картинка у нас один единственный раз была на лекциях,
когда мы говорили про виртуальную память, про то, как страницы преобразуются из ваших виртуальных адресов физически. И вот там была картинка, что у нас было два процесса, которые один физический, одну физическую страницу памяти имели в своих виртуальных наборах, каждый в своем, разумеется, и как бы разделяли доступ туда. Вот. Значит, это можно сделать с помощью объявленного mmap региона. Вот. И кажется, мы сейчас, собственно, этим и займемся. Чтобы это сделать, воспользуемся другим интерфейсом, который называется, собственно, Shared Memory. Тоже стандартный POSIX-овский интерфейс. Вот. Он тоже устроен таким же образом, как и в случае сообщений. Мы заводим некоторый файлообразный объект, с которым будем работать. К нему тоже существует виртуальная файлосистема для отображения состояния этого процесса. Вот. Ну, все по порядку. Так, так, так. Я думаю, с чего начать. Ну, как видите, доступ к нему, к этой области как раз с помощью Shared Memory и с помощью Memory Mapping и происходит. Давайте тогда начнем сначала с создания. Значит, что мы должны сделать? Мы должны сказать: операционная система дорогая. Я тут хочу создать Shared Memory Object. Это такое место, через которое я буду общаться со своими товарищами, складывая в память какие-то значения, а товарищи будут читать. В отличие от сообщенек, которые ставились в очередь и разбирались специальным, значит, планировщиком сообщений, память — это просто память. Мы ее открыли, мы туда что-то положили, и мы оттуда что-то прошли. Вот. Во всем остальном, как видите, очень похожий процесс создания такого объекта. Я даже не знаю, как это сказать. Вот если были сообщения, для них этот объект я назвал очередью. А если это shared memory, ну я не знаю, что это такое. Ящик такой. Вот. Окошечко такое. Вот. Короче говоря, хранилище. Назовем это хранилищем. Мы говорим: операционная система, я хочу создать хранилище для разделяемой памяти. Это хранилище будет называться вот так. Напоминаю, что это некое имя, похожее на файловое. Я хочу его открыть как на чтение, так и на запись, потому что туда будут и читать, и писать. Excl, напоминаю, означает то, что есть такое хранилище, уже есть. Вся эта операция свалится с ошибкой. Вот. Ну и права доступа, соответственно, и у пользователя должны быть и права на чтение, и права на запись. Здесь указывается, какого размера я хочу сразу зарезервировать себе память. В принципе, можно и 0 ватт. Дальше я внезапно вызываю функцию ftruncate, которая, вообще говоря, предназначена немножко для другого. Функция ftruncate предназначена для того, чтобы открытый на запись файл урезать до определенного размера. Помните, у нас, когда мы просто открывали файл на запись с помощью файловых операций fopen, там вот этого всего, он сразу транкейтился до 0 байтов. Помните также, что на самом деле мы могли его открыть не на запись, а не на write, а на append, и тогда бы он не транкейтился вовсе. Примерно такая же история с перенаправлением ввода-вывода. Когда мы ставим одну скобочку, мы транкейтим тот файл, куда мы перенаправляем вывод, а когда мы ставим две, ну, не скобочку, галочку, а когда мы ставим две галочки, мы его дописываем. Так вот, в действительности, системный вызов, которому соответствует функция truncate, интересно, он есть такой? Не вижу.
А, вижу, он и есть, это два. Значит, есть системный вызов truncate. Системный вызов, которому соответствует функция truncate, ну или ftruncate, если мы работаем с файловыми объектами, а не с объектами системными файлами, которые 0.1.2, вот, позволяет как бы чуть-чуть перемотать этот файл на тот размер, который мы ему задали. И, может быть, даже вперед перемотать. То есть мы файл открываем на запись, потом говорим, позиционируй мне, пожалуйста, курсор записи вот на это место. И дальше будем писать вот отсюда. Кстати, не знаю, можно ли вперед перемотать или нельзя. Да, it was extended нулями. Видите? То есть перемотать вперед можно. То есть мы когда говорим truncate мне файл, который раньше занимал килобайт на мегабайт, весь этот мегабайт, точнее, мегабайт минус 1 килобайт, заполняется нулями. Окей. Так вот, значит, мы заказываем файловый объект, ему говорим, слушай, значит, вот в этом окошке оно будет вот такого размера, размера size. Дальше мы его mmap'ем, и на этом, собственно, все. Интересно, зачем мне этот under? А, он нужен для того, чтобы, понятно, нам нужно вызвать mmap, чтобы объявить, что наша вот эта область памяти не приватная, а разделяемая. Только после того, как мы ее объявляем разделяемой, в нее начнут мочь писать другие процессы. Ну, кстати сказать, давайте сделаю то, что обещал и забыл. Посмотрим все-таки, какой адрес памяти виртуальный получает разделяемая память, когда она им мэпится. Мне самому интересно, никогда в это не смотрел, никогда не запоминал. Так, какие у нас параметры? Первый параметр имя, второй параметр размер. Интересно, какой размер? Мне кажется, размер 0 достаточно. Да. Ну что там? Тут нужен вот слэшек в начале. И размер, ну не знаю там. Вот, пожалуйста. Адрес, как видите, взят. Помните, да? Что это за адрес? Это адрес из пользовательского пространства данных, но максимально близкого к пространству ядру. Да? Там, начиная с адреса 0x8.8.3.0.4.0, это уже пространство памяти ядра. То есть он взят в самом-самом конце тех 2 гигабайтов, которые нам в MIPS 32 доступны. Напоминаю, что это MIPS 32 архитектура. Если кто не заметил, у нас мы работаем, ядро у нас MIPS 64, но на самом деле архитектура MIPS 32. Вот. Ядро MIPS 64 просто потому, что какие-то ограничения на 32-разрядные объекты снимает. Вот. А весь user space у нас MIPS 32. Такие дела. Вот нам выделили значит, адрес с конца нашего 2-гигабайтной области, который имеет доступ пользователь. Вот. Кстати сказать, по аналогии с очередью сообщений у нас образовался, давайте вот так скажем, да, образовался волшебный объект Шамем, который принадлежит пользователю. Он удивительным образом того самого размера, который мы ему туда задали. Лежит там, скорее всего, 0. Лежат там нули сплошные. Понятное дело, нам обещали заполнять нулями, когда мы транкейтим что-то. Вот. Короче, это вот такая окошечка, через которую мы можем смело обмениваться. Как мы будем с нее обмениваться? Какая-то программа будет туда писать, просто в эту память, а какая-то другая программа просто оттуда читать. Ну, давайте посмотрим, как выглядит эта программа. Значит, вот мы будем писать туда. Значит, что мы делаем? Мы открываем это окошечко с помощью шмы open. На чтение запись, не глядя. И записываем туда вторую строчку из командной строки. Вот.
значит, мапим ту же самую область. Ту же самую область, тот же самый ящичек. Тоже мапшарит. Это может сделать несколько процессов одновременно, на самом деле. Кстати сказать, после мапа нас уже не интересует файловый дескриптор, мы его можем тут же закрыть, между прочим. Вот. Ну, а потом записываем туда с помощью не файловых операций, а с помощью операций работы с памятью. Все наши байты. Вот. Обращаю ваше внимание, что поскольку мы с вами работаем с разделяемой памятью, которая хранит произвольные значения, здесь в примере мем цепы Y. В принципе, поскольку я точно знаю, что я использую argv2, а argv2 это строка, и она zero terminate, у нее в конце есть 0, я бы мог использовать str цепы Y. Вот. Ну, в общем... Вот. Обратите внимание также на то, что когда я делаю map, я заранее сообщаю, какого размера у меня будет эта самая память. То есть то, что я сейчас задал это окошечко на 1024, ничего не значит, потому что при первом же использовании я сделаю в truncate, обрежу его на тот размер, который мне нужен, да? Замаплю именно такой объем в этом самом ящичке и туда напишу. Вот. Если мне не изменяет память, совершенно не обязательно было отдельно создавать с помощью CRT-SHM этот объект, а отдельно в него писать. Мы вполне могли написать программу, которая делает и то, и другое. Тоже относится и к очереди. Просто, смотрите, после того, как объект создан, им можно пользоваться до тех пор, пока мы его не удалим. Вот. Соответственно, создание объекта происходит один раз, а использование происходит много раз. Так что, несмотря на то, что можно одним шоупеном и одним мапом создать соответствующий объект, который потом будет, и в него можно будет уже писать одновременно и читать, кстати, тоже. Вот. В примерах эти три функции разделены. Создание, как бы создание, потому что это тот же самый shmopen, как бы использование на записи, как бы использование на чтение. В случае memory mapped object это вообще довольно туманные, расплывчатые понятия, потому что, как видите, открывается он на read-write, и один и тот же, одно и то же окошко разделяемой памяти можно использовать на записи, на чтение, как угодно. Так, значит, еще раз. Получаем два параметра, имя окошечка, просто строчку, которую мы будем записывать. Говорим, что мы выделяем в этом окошечке ровно столько байтов, mmapим наше окошечко на строчку, mmapим наше окошечко, складываем туда нужное количество байтов, и на этом все. Давайте посмотрим. Так. Ну, кстати сказать, видите, нашему VRT-SHM нужен ли VRT, это только memory map он был не нужен. Окей, чего? А, нет, давайте сначала что, мы его создали вообще? Он называется Shamem. Вот так. Ну и какое-нибудь сообщение. Ой. Почему 3 байта? Непонятно. Нехорошо. Хау. А, понятно. Я тормоз. Потому что надо было вот так сказать. Во. Значит, программа Fortune, если вы... Я ее специально поставил на этот сервер. Это программа, которая выдает афоризмы. Вот.
Сейчас у нас в памяти, в разделяемой памяти, сидит строчка афоризма с 82 байтов. Вот. Да. Вот она. Но обращаю ваше внимание, что это опять-таки читерский интерфейс. Это мы линуксовую файловую систему использовали. Вот, кстати. Ух, как много. Давайте вот так сделаем. Вот. Видите, конкретно каталог dev.shm и dev.mq – это виртуальные файловые системы, которые нам рассказывают про то, в каком состоянии находятся соответствующие объекты по межпроцессному взаимодействию. Мы вполне могли без них работать. Вот. Никто бы не пострадал. Но в Linux так удобно сделано, что эти файлы отображаются вон туда. Вот. В действительности, конечно, доступ к разделяемой памяти происходит не вот так, а с помощью специального с помощью memory mapping из другого процесса той же самой области и чтение оттуда. Вот. Обратите внимание, что мы определяем размер с помощью fstata. Когда memory mapping именно на этот размер. Ходим по этому адресу. Этот адрес, кстати, для разных процессов может быть разный. Что интересно. Кстати, давайте попробуем. Вот. И ведем себя так, как если бы этот наш открытый shared memory действительно был memory, памятью, какой он, собственно, и является. Давайте попробуем. Так. Как оно называлось-то? Шамем. Вот BF400, а там, ой, не помню, что там было. Ну, опять-таки, мы можем удалить этот объект с помощью специального системного вызова shared memory unlink, а можем воспользоваться вот этим обходным путем линуксовым и сказать вот так вот. Теперь значит, видите, поскольку наши программы не были обмазаны никакими проверками на ошибки, мы получили вот такое вот безобразие в качестве результата. Вот. Но понятное дело, что мы могли и по-человечески действовать, да, могли сделать unlink, запустить этот самый unlink, удалить этот объект, это было примерно то же самое. Так. У нас осталось совсем немного времени, хотя нет, 9 минут у нас осталось, это довольно много времени, но я вот думаю, наверное, новую тему я уже не успею. Давайте тогда, как я обещал, я расскажу про этот мой файл, просто чтобы было понятно, зачем я все это делаю и как оно работает. Вот. Но прежде чем я скажу про makefile, я запущу такую фишку, немаловажную, только я не очень понимаю, когда мы к ней вернемся. Возможно, поскольку у нас заканчивается этот модуль, это надо будет узнать, мы не успеем в лекциях про эту фишку поговорить, и она перелезет на следующий модуль. Ну, перелезет и перелезет. А фишка вот какая.
Смотрите, разделяемые ресурсы, синхронные, типа сообщений. И это очень хорошая штука. Один послал, другой получил. Там есть определенная фигня в том, связанная, что если у нас несколько людей хотят одновременно читать из одной и той же очереди сообщений, и эти люди имеют право это делать, то есть несколько процессов, принадлежащих одному и тому же пользователю, то да, они могут вполне себе в непонятном порядке из этой очереди читать. Ну, то есть, смотрите, если я напишу две программы, которые читают из очереди сообщений, и запущу их одновременно, то, вообще говоря, какая из них прочтет очередное сообщение, не очевидно совершенно. Зависит от того, как кубик случайности упадет в планировщике. Да, вот мы запустили, потом запустили какое-то из этих сообщений, и какая-то из этих программ это сообщение прочитала. Впрочем, наверное... Кстати, давайте попробуем. Вот видите, у нас сначала первый процесс упал, потом второй. Но совершенно непонятно, в каком порядке на самом деле это сделали вас. Значит, так вот, я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что если мы используем ресурс несинхронизованный, например, разделяемую память, она же явно предназначена для того, чтобы туда разные процессы читали и писали. Положил, взял, положил, взял. То пока... Даже если мы четко разделяем пишущий процесс и читающий процесс, то отсутствие механизма синхронизации приводит к тому, что тот процесс, который читает, вообще не знает, то, что он читает, он уже прочитал или нет. Я уже не говорю о ситуации, когда оба процесса имеют право и читать, и писать в разделяемую память, и таким образом друг с другом общаются. В принципе, мы можем что сделать? Мы можем предусмотреть какой-то протокол взаимодействия. То есть определить ситуацию, что процесс сначала каким-то посторонним каналом узнает, что читать надо из разделяемой памяти, потом читает. Процесс по каким-то посторонним каналам узнает, что писать можно в разделяемой памяти, потом пишет. И только после этого так делать. Потому что даже просто запись в память разделяемую, это без дополнительных сведений, это процесс опасный, потому что, а вдруг в это время другой процесс медленно оттуда читает. Вот там читает по байтику в секунду, и первые 500 байтиков он уже прочел, в это время процесс номер 0, который записывает в разделяемую память, хренак, и, значит, весь мегабайт, килобайт поменял на другие байтики. В это время процесс номер 0, номер 1, который читает, прочел 501 байтик, и это уже 501 байтик из другой операции. Короче, несинхронизованные операции через такую штуку, как разделяемая память, это вещь мутная, опасная, приводящая к непоняткам и вообще не... ошибкам взаимодействия. Для того, чтобы... этих ошибок взаимодействия не происходило, как раз выработан протокол взаимодействия, который позволяет определять стороне, которая собирается воспользоваться разделяемым ресурсом, ресурс занят или свободен. Единственная и главная идея этого протокола, которую я не буду сейчас объяснять, хотя она безумно простая, просто времени совсем не осталось. Единственная и главная идея – это что операция проверки, свободен ли ресурс, и операция захвата ресурса должны быть атомарны на... Короче, это должна быть одна и та же атомарная операция. Мы не можем сначала проверить, свободен ли ресурс, потом почесать голову, принять решение, что ресурс, раз ресурс свободен, то его можно захватывать, и потом захватить ресурс. Потому что за это время, пока мы голову чесали, ресурс мог захватить кто-то другой. Таким образом, операция захвата ресурса
и операция проверки, свободен ли он, должны быть совмещены в одной атомарной операции. И вот такая одна атомарная операция и такой объект синхронизации называется семафор, о котором мы поговорим тогда, когда у нас будет на это время. Сейчас мы про семафор говорить не будем. У меня осталось совсем чуть-чуть, чтобы показать makefile. Вы его уже видели. Вот. Я тут воспользовался той волшебной штукой, что вот видите, слово ldlibs вообще говоря, ниоткуда возникло. Я воспользовался большим списком правил по умолчанию, которые есть в мейке. Вот этим. Нет. Это не то. Это dump. Да что ж такое-то? Тороплюсь. Нет? Как же он выглядит-то? Во! Вот этим списком я воспользовался. И в частности, я воспользовался тем фактом, что если я хочу создать бинарник, например, SNDMQ, и у меня никаких правил нету, то по умолчанию make ищет, а нельзя ли его создать, скажем, из файла .c бинарник. И такое правило есть в этом списке. Ну, давайте посмотрим. О, вот оно. Для того, чтобы из файла .c создать файл без .c, нужно запустить нечто под названием link.c. Я подозреваю, что это будет просто gcc, да? Дальше исходники. Дальше две переменных lod-libs и ldlibs минус o, ну и название файла. Вот ldlibs я как раз и перебил в этом файле. В результате чего, когда я говорю make и какой-нибудь бинарник из этих, он смотрит, ага, значит, надо запустить cc, подставить туда вот эти ldlibs и получить бинарник. Ну и, в общем, вот, соответственно, ну а... Ну что ж такое, make clean. Нам очищает каталог от всякого мусора и делает там только то, что нужно. Только файлы с примерами, ну и, соответственно, сам файл. Вот. Обратите внимание, что даже демонструшку с memory mapping в результате того, что я перебил всю ldlibs, мы собираем с библиотекой LibRT, но поскольку она не нужна, в результате она в бинарник не попадает. Вот такие дела. Так, значит, время у нас закончилось. Надо подумать о том, как собирать обратную связь. Я бы очень хотел, чтобы я мог где-то тут в уголку в прямом эфире что-то делать. Вот. Чат в Гугле не предлагать. Вот, а Telegram, наверное, предложить можно. Вот. Значит, мы заканчиваем. Всем спасибо. Ну, сейчас я гляну на свою страничку. Вдруг там что-то такое, какие-то вопросы. Ну, как обычно, это часик. Окей. Значит, хорошо, тогда всем спасибо. Вот. Значит, у нас через... Значит, внимание, у нас через 15 минут семинар. Там на сервере какие-то неполадки с диском. Я хочу их поправить. Вот. Хорошо, через... 15 минут, да. Значит, с небольшим опозданием семинар будет. Все, на этом спасибо.